Никогда не сгинет казацкая слава! Люба! Они поют на лугу. Тут уж я уж растерялась, тут уж я уж не могу. Мы в Семикаракорском районе, Ростовской области. Счастье-то какое, ага! Мы в гостях у донских казаков. Это же... Ой, не могу, правда. У тебя что, Захар? А у меня казачья мудрость. Ну-ка. Богу молись, да за шашку держись. Говорят так у вас? Говорят! А казаки на гармошках играют тут у вас? Да! По-прежнему, как в прежние времена. Да! О, хорошо, вот я вижу казак с гармошкой. Проходи, проходи, а гармошка-то разрисована. Смелее, смелее, смелее. Чего там? Тоже растерялся. Не гоже, не гоже, батька. Не гоже, батька, да. Не гоже. А что будет? Краковяк, я слышал. Краковяк сыграем. Ага, а это ваши землячки? Все. Вы с одного хутора или станицы? Нет, а нет, тут там? Разных станиц, разных ага. Хуторов. Ну вы-то сам откуда? За Донокаленецкой станицы. Станица такая. И чего там делается-то хоть? Там в станице? Ну. Всякое, да? Всякое. А, всякое какое? Какое там оно вот? Всякое-то. Привет. Веселая, добрая, на рыбалку ходим. Рыбалка ест. Что еще рыбалка ест? Ну, чего? Свадьбы гуляют? Бывает. Гуляют. Чудно, редковато. Редковато, ну так оно надо редко, но метко. Чудно это бывает, говорят. Чудно, что такого там, дивно. Дивно, что-то. Ну там, например, там что-нибудь, свинья потащила Аксинью куда-нибудь. У меня свиньи нету, курей навалом у меня. Курей, вот. Ну чего они квохчут? Яички несут. Яички несут. А вы им краковяк. Краковяк не берешь. Русский немец и поляк. Русский немец и казак называли краковяк. Да. Казачий краковяк. Давай, батя! Oh!
Казачий завет. Угу. Не перебивай старших. Так. Не кричи, знаем, знаем. Выслушивай наставления до конца. О, а вот казачистушка. Полюбила казачонка. А. Казачоночек наять. А. Прохожу мимо сторонкой. Он кричит мне: тру, стоять. Значит, месяц гордую посадку растерял. Вот звезды у села едут, едут по лес под заранку. Казаки на славные дела. Едут, едут по лес под заранку. Казаки на славные дела. И берут сырногие ладони казаки душистое зерно. Добрым словом а кормить цыдонет, сердце песня льется горячо. Добрым словом а кормить цыдонет, сердце песня льется горячо. Ходят поле в золотом просторе корабли до утренней зари. Навсегда с тобой доское поле, пахари твои и косари. Навсегда с тобой доское поле, пахари твои и косари. Удает. Дает, все как дает. Угу. Прозвучит знаменитая песня «Лети, пташка, канарейка». Старинная, казачья, из кинофильма «Тихий дон». Хорошо. Но ведь она и в романе у Шолохова тоже прописана. Эта вещь. Пел ее Григорий. А теперь споет Анатолий Жолин. Вот что делается, а? Лети, пташкой, дай канарейке, лети в горды высоко, сядь на яблоньку кудряву, а сядь на ветку дай зеляну, сядь на яблоньку дай кудряву, сядь на ветку дай зеляну, да пропой мне канарейка. Ой, про горькую дай судьбу, да пропой мне канарейка. Ой, про горькую дай судьбу. Редко-редко так бывало, чтоб летел орел да и упал. Редко-редко так бывало, ой, чтоб гулил да и в жены взял. Под окошком разлетелись белые снежинушки, кабы жизнь начать сначала, то и не было б крощиношки. Кабы жизнь начать сначала, то и не было б крощиношки. Нам повезло несказанно. Мы знакомимся с народным промыслом Дона. Называется этот промысел «Семикаракорская керамика». Правильно рассказываю? Замечательно. Выговариваете абсолютно правильно. Значит, разговариваем мы хорошо. А вот нам вот покажут сейчас там такой чайник большой. Говорят, это самый большой, настоящий чайник в мире. Расступись, народ честной!
А что там получается? Это вот прям керамика? Он керамический это полностью? Это шамотный чайник. Мы его делали, да, всем миром, всем предприятиям, не только художники. Делали, но абсолютно практически все рабочие. А те, кто не делали, страшно за нас переживали. Тех, которые делали. Чтобы напоить всех жителей Семикаракорска, достаточно 7 раз налить чай в этот чайник. Ух ты! Да, и он абсолютно... Потрясающий чайник! Аплодисменты! Самый большой и лучший в мире! Ну, а вот роспись ваша, она чем уникальна, чем вам по-особенному дорога? Это московая подглазурная роспись. Это очень сложный набор. Мастер-класс у нас. Пигмента на кисточку. Вот я так его набираю, что с одной стороны этой красочки пигмента больше, а с другой стороны его меньше. А, правда, и получается два цвета. И получается вот такой вот, видите, мазочек. Красивый-красивый. Ишь ты! И вот этот декор, он еще называется вечным. Потому что он под глазурью. Вот какой вы его купили в магазине, такой он и останется. Не выцветит, не полиняет. Захар еще там не приготовил. Захар, а у тебя там что? Ты тоже, я смотрю, расписываешь? Быстро ты с девушками подружился. Я еще не готова, не смотрите. Ну ладно, ладно. А мне можно попробовать? Конечно, давайте я сейчас наберу. Я, конечно, очень волнуюсь, потому что... Вот я поставила кисточку, как бы ей ударила, да? Потом раз и вывожу на самый-самый краешек. Можно попробовать? Конечно. Один-то поворот. Я вот вам наберу. Волнительно мне, друзья дорогие. Мы болеем. Да, переживайте. Вот это. Похлопаем, похлопаем. Так, как бы. Да, ой. Ой, криво вышло. Можно еще разочек? А мне с этой стороны удобнее. Можно я вот тут это веду? Конечно. Ничего страшного, у вас еще все впереди. Конечно, век живи, век учись. Батюшка, Дон река не широка, зато глубока. Песочек чистый, золотистый, можно сказать. А вообще, казаки-соколики, вороны, коники, шашечки булатные, очень вы занятные. А у меня поговорка казачья. Кто старое помянет, тому глаз долой, а кто забудет, тому оба. Так вот. Ай, саду предаления разрывала, рвала. Что я?
что я сирота. Не смейся, казаче, что я сирота. Пришел бы ты с вата, а я не пошла. Гармонь на семикаракорской земле, бальзам на сердце. Ой. Спасибо, действительно очень красиво получается. И гармошечка, и цветочки. Ну а у тебя, Захар, готов твой? У меня сибирский стиль. Вазон. Вазон готов? Давай. Оригинально! Молодец! Это еще не в полную силу. Да, не теряешь время. Ну давайте, пока здесь идет вовсю такая замечательная роспись, попросим семикаракорские таланты с песни спеть, а? Попросим. Мой милый на мне женится!
гостях у семи каракорцев и у телезрителей ансамбль «Православный дом» из станицы Боковской с песней старинной, казачьей, как называется? Да и шли донцы с походу. Она! Вот, та самая! Казачьего юмора. Казаки завсегда гостям рады. Приедут, самоварчик поставят. Ага. Уедут, чайку попьют. Ну, то есть гостей не напоют, да. Получается, да. А у меня частушка тоже казачья. Тополиные листочки очень прилипательные. А донские казачки очень завлекательные. А вы никак нам это все. А? Это вам. Все вам. Ой, здорово. Гости дарили. Хлебушок донской. А? Принимаем. А запах какой? Ух ты! А рыбка-то какая? А рыбка, а какая, кстати? Вот о, да это же вяленая. И копченая. А кто, кто? Ну, чебак. Чебак. А, чебак это. А, разные, а гляди. Здесь чешуйка такая, да. Узенькая здесь. И приготовлена. Ну, по-вашему. Ой, хорошо. А в корзиночке там что? А в корзиночке понемножку. Ой, а вот это лишнее, лишнее. Ну что же, она же лечебная. Не, не лишнее, не лишнее. Все подписано, а тут мед нардек. А это арбузный мед. Нардек. Нардек, арбузный мед. А что за? Казачий нардек, арбузный мед. Первый раз слышу, вот это у нас посвятили. Так, куда дары-то? Принимай, Захар, ты все. Так, а корзиночка? Ну, корзиночку вам сейчас будем брать, конечно. Как же а это утя там уточка. Уточка. Спасибо вам большое за а такие а это от нашей героической станицы. А что за станица? Донская казачья станица Мариинская. А, Мариинская? Да. Ишь ты. Это значит про вашу станицу? Про нашу станицу. А это мои стихи. Ой, вы еще и поэт? Да. А вас как зовут? Евгений. А вот написано фамилию Кучеров. Кучеров. Казак без коня, кругом сирота. Это вот. Точно, это вот точно. Вот наверняка у казаков много фамилий. И Хомутов там, например, и Подковкин какой-нибудь. Всякие себе. Бывают. И Кучеров. Ну, спасибо большое за подарочки. А с вас песня. Ты веди, да, не соу, молодой,
Дали я казаки, кашки в руки, ой, да за мной попаю скачи. Мою рассаду, ой, не для тебя я садила, ой, не для тебя поливала, ой, лёли, полёли, ой, не для тебя поливала, ой, для того же я садила, того верно я любила, ой, лёли, полёли, того верно я любила, ой, для того же я поливала. Какая? Трехцветная. Трех? Ой, ну молодец какой, Захару. Да нет. Смотрите, а у девушек и зайка, и блюдо одно, и другое, и третье. Ну, вообще, долго тарелочку одну вот такую расписывать, а? Ну, смотря какую, если ну, такую, допустим... как я расписываю я, нет. А если такую, как мастер, который ага. сидит рядом, то долго. С домиком, это да? Это отчий дом Шолохова, зимой вид. О, как. Да. Дом такая историческая тарелка с Дона. Дело в том, что мы визитная карточка Дона. Так. Мы тот подарок, который с Дона увозят, который с Дона ждут, который говорит о нас все практически, потому что фаянс теплый, фаянс да, яркий, да. Фаянс сделанный огромным количеством не просто вот рук, а женских рук. Да. Он такой, знаете, еще бы сказал, очень светлый, чистый какой-то. А вот смотрите, вот у нас девушка в костюме, очень похож костюм на ваше вот как раз вот произведение. Ну-ка сюда идите-ка, красавица. Как вас зовут? Оля. Оля, а вы не местная, случайно? Местная. Ой, Семикаракорочка. Семикаракорочка. О, ну проходите, пожалуйста, тут еще и баянист ведет. Так наверняка песенка будет, а мы поприветствуем. А? Ну а как? Макаровский сидет, ну такую красавицу, фаянсовую, керамическую девушку, хрупкую да прекрасную снимем. На вечерней заре я спускалась к Дону. Слышу цокот копыт, мне давно знакомый. Поравнялась я со мной, на меня ты глянул. Вздрогнул конь вороной, вздрогнул и отпрянул. Атаман молодой, не играй ты шашкой, на чужую жену не смотри украдкой. Я тебя, атаман, целовать не буду, но твоих карих глаз век я не забуду. Но твоих карих глаз век я не забуду. Хутор наш небольшой, всем будет известно, что ты ходишь за мной, у тебя невеста. Ой, муженек у меня, эх, казак удалый, не люблю я тебя, хоть и парень бравый. Атаман молодой, не играй ты шашкой, на чужую жену не смотри украдкой. Я тебя, атаман, целовать не буду, но твоих карих глаз век я не забуду. Но твоих карих глаз век я не забуду. Я тебя сама целовать не буду, на твоих карих глаз век я не забуду, на твоих карих глаз век я не забуду. Ну что, дорогие друзья, остается
пожелать этому прекрасному промыслу процветания, долголетия, успеха. Ну, а мы всегда с вами. Передача «Играй гармонь». Ваша «Играй гармонь». Ура! Люба! Ура!